А мне сегодня написали, что подожди, пока доедешь до Миссисипи, и дороги типа будут галимые. Ну хотя вот я еду сейчас уже по Миссисипи, это хайвей. Как вы слышите, играет кантри, и дороги нормальные. Было пару мест там, где расширяют, расстраивают, но в принципе хайвей, я так думаю, через все штаты, они отличного качества, кроме, наверное, больших мегаполисов, типа Нью-Йорка, там они уже галимые. Кстати, за минимальную скорость 40 миль в час, а максимальная 70, но можно спокойно ехать 80, ну и 85. Могут, конечно, остановить, но, по крайней мере, в Коннектикуте я 80 постоянно ездил, нормально было. А за вождение с телефоном штраф примерно 200 баксов. А за мусор, если будешь выбрасывать, ехать и выкинешь мусор, и словится это здесь $250, в некоторых штатах до $1000. В принципе, можно посмотреть, сторона хайвея, боковая, чистая. Ну, и единственное, вот только что валяются обрубки шин от траков, когда у них шины лопаются, они остаются на дороге. Потом их тоже со временем убирают. А вот, ну, в общем, я сейчас уже не ел, на самом деле, с самого момента, как проснулся. Поеду, сверну в какую-нибудь деревушку и попробую найти захолустье какое-нибудь миссисипское и там отведать миссисипи еды. Вот, ну все, всем пока.